Так, ребята, мы сегодня приехали в кинотеатр. Всем привет из Солнечной долины Калифорнии. Это я что-то забыла сказать. И вот мы приехали в кинотеатр. Кинотеатр недалеко от нашего дома. Это соседний городок. Это, по-моему, Palm Desert. Надюша, это Palm Desert или это раньше Мираж уже? Раньше. Ну, раньше Мираж, да, называется городок. Ну, как я уже миллион раз говорила, тут все... Городки просто улицу переехал, соседний город, улицу переехал, соседний город. Вот, в общем-то, от нашего дома это, ну, я не знаю, 15 минут езды. Вот, мы приехали в кинотеатр и хочу вам показать, ну вот дети, естественно. Дети, скажите всем привет. Всем привет. Всем привет, Ася. Привет. Привет, вау, по-русски говорит, с ума сойти, что-то с чем-то. Вот, и в общем, смотрите, вот что мы купили детям. Соня, получилось так, мы говорим, мы хотим маленький попкорн. Он вот это вот насыпает, вот это вот, я не знаю, как это назвать. Вот это маленький, это самый маленький. Я говорю, а можно взять половину маленького? Он говорит, так посмеялся, посмеялся. Потом говорит, о, у нас есть junior small. Я говорю, о, это то, что нам надо, вот это вот junior small. Короче говоря, вот этот попкорн стоит $6, а вот этот вот junior small, вот цена, стоит у нас... $5, и вот этот сок, ну, это такой хороший, да, вот он стоит в магазине доллар, а здесь он стоит 4,60, обалдеть, вот, ну, тут вот есть всякие вот такие вот штучки, дрючки, как от кухни, да, можно взять салфетки, трубочки, кетчупы, горчицы, соусы какие-то, вот халапеньо, он это пипец какой острый соус, никому не рекомендую его пробовать, кто... Ну, не кушает острое. Вот, ну, в общем, вот это вот можно тут все взять, да. Вот так вот, в общем-то, выглядит вот зал. Ну, мы вот здесь вот прошли уже, вот тут сидит мужчина, security, да, проверяет билеты. И вот сколько стоят билеты. Значит, мы немножко, как бы, схитрили, да, мы сказали, что детям нашим до 10, вот, и... Билет детский стоит 7,50, а взрослый билет стоит, вот он у меня, 11,25. В общем, за два билета, вот, 18,75 мы заплатили. На самом деле, мы первый раз в этом кинотеатре. Первый раз мы в этом кинотеатре. Вот, мы ходили уже в кинотеатр, ну, в молле там у нас находится тоже. У меня есть там видео. Вы ходили? Мы с тобой ходили, ты на что? Я не помню, про Дисней что-то там, Соня спала там на этом фильме, вот. Ну, я смотрела, мне понравилось. Вот, ну вот это вот, в общем-то, за 10 месяцев в Америке наше второе посещение кинотеатра. Тут мне нравится больше, потому что тут как-то более так все красиво. Такое красивое покрытие ковровое, смотрите. Такая вот худенькая дама сидит, естественно, как же без этого. Вот, ну, в общем, вот так вот. В общем, мы сейчас ищем, куда нам надо зайти, что ли? Да, Соня показывает, что там restroom. Ну, туалет по-русски, да? Вот, ну, так, классно, классно, на самом деле. Мне нравится. Тут еще второй этаж у них, что ли, есть, я так смотрю. Очень много залов, очень много. Слушайте, вот это вот мы все идем, вот это вот все как бы вход такой, да? На самом деле это вход в зал. Вот, и написано, какой фильм и на какое время. Да, я даже не думала, что он такой огромный. Очень большой кинотеатр. Ну что ж, идем, заходим, короче говоря, вовнутрь. Сейчас посмотрим, что там внутри у нас. Какие у нас места, надо будет разобраться тоже. Вот. Так, 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 идем, 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 идем. А, какой фильм, на какой фильм мы идем? Фильм мы идем в Мелисента, да? Так, по-моему, называется, насколько я помню. Ну, в общем, вот этот вот фильм, где Анджелина Джоли играет. Так, сейчас мы сядем и что-нибудь... Зал совсем небольшой. Да, ну, очень хорошо. Sorry. Вообще небольшой зальчик такой, да. Ну, экран довольно-таки большой. Вон, видите, какой. Так, все, мы идем садиться, короче говоря.
Так, ребята, мы вышли уже с, ну, как бы с той местности, скажем так, да, где вот залы, вот туда, если по коридору идти. А это просто сейчас хочу вам показать немножко сам холл кинотеатра. Там на потолках такие росписи, ну, как бы самых популярных, кадры из популярных фильмов, да. Такой вот зеркальный там потолок, вот, и вот такой вот круглый кинотеатр. Это кассы, покупать билеты. Такой вот большой-большой-большой холл. Наши девочки идут, вот, а здесь, ну, вот, в общем-то, купить, покушать, да, ну, короче, что покушать? Попкорн, да, вода, да, ну, в общем, я вам все показала уже, что там, что можно покушать. Ну, что вам сказать, ребята, я просто, я всем, абсолютно всем советую, кто еще не посмотрел этот фильм, еще раз напомню, что по-русски он называется «Малефисента», по-моему, он или идет уже, или шел, или будет идти, я не знаю, что-то я уже слышала такое, что в русском прокате он тоже будет. Девочки, ну расскажите ваше впечатление о фильме. Ну как? Вау, вот, пожалуйста, вот это вот у меня вот такое было, как у Аси, вот. У Сони, ну, Соня, она поспокойнее, да, Соня, тебе, ну, понравился, да? Я просто в диком восторге, в диком. Я аж сидела, я вот так, как Ася, там аж повизгивала от удовольствия. Во-первых, сюжет безумно интересный. Так, ну, как бы он снят на основе, как «Спящая красавица», да? Но там то, что это «Спящая красавица», это вообще там чуть ли не в середине фильма ты начинаешь понимать, что это вообще там как бы откуда-то появится «Спящая красавица». То есть, ну, вообще, ну, не знаю, вот у меня, видите, у меня не хватает слов. Безумно интересный фильм. Всем, ребята, советую, сходите, посмотрите. Будет интересно любому возрасту. Ну, опять же, кто любит сказки, я просто обожаю сказки, поэтому мне очень интересно. А тут вот еще, смотрите, оказывается, есть вот Game Room. То есть это игровая комната, да, где можно, пока ждешь сеанс, можно поиграть во всякие разные аттракционы. Вот. Ну, в общем, вот так. В общем-то, мы получили дикое, грандиозное удовольствие от фильма. Просто восторг, восторг, восторг. Вот сейчас еще у Нади спрошу. Надюш, твое впечатление о фильме? Я вот стою и говорю, каждый раз, когда мы выходим из диснеевского мультика, все время хочется, думаешь, вот надо купить диск. Да. Никогда не купим, мы, в принципе, не купим. Это точно. Точно, я тоже сказала. Мы только вышли, я сразу сказала, я бы еще раз его посмотрела. Просто вообще. Ну вот я говорю, я всем рекомендую, да, посмотреть. Положительные яркие впечатления. Короче, очень мы хорошо. В диком восторге, да, мы все в безумно диком-диком восторге. Ребята, обязательно посмотрите все. Ну все, всем удачи, всем хорошего настроения, давайте, всем пока, чао-какао.